мешаю работе вашего жюри. Хотела поприветствовать и поблагодарить, что вы принимаете активное участие в нашем фестивале «Московское лето». В этом году необычный, потому что мы проводим целый ряд конкурсов. В частности, это конкурс дизайнеров цветов, ландшафта, который вы занимаетесь. Профессиональный конкурс есть. Наверное, что самое приятное, что в ней участвует большое количество горожан, которые не являются профессионалами, не любители, любят природу, любят цветы, любят делать красивые вещи. И в этом году приняло около 1000 москвичей, создав удивительные композиции. По правде говоря, нам жалко в одночасье после окончания фестиваля все это потерять. Мы постараемся как можно дольше сохранить их в том виде, в котором они сейчас находятся. Возможно, часть долголетников, которых технически возможно будет пересадить на газоны и сохранить на последующие. Как ваше впечатление от города, от фестиваля? Firstly, I'd just like to say thank you very much for inviting myself and the international participants and the rest of the jury here. We're all absolutely amazed at what has been achieved at this festival in a relatively short time. So the overwhelming view that I will take back to England is that Russians somehow make miracles happen. I think that Moscow is a very beautiful city, and I think that festivals like this will only benefit it even more in order to encourage tourism, but also, you know, so the Moscovites themselves kind of, you know, can enjoy their city during these festival times. I think that your organising teams here that have worked on your behalf have done a fantastic job in turning around such an amazing festival. But I'm really hopeful that next year you'll do the same, and we'll have some more time to be able to plan, to learn from this festival this year, and to be able to make it even better next year. Это и экономика города, это огромное количество туристов, посетителей, развитие малого бизнеса, рост торговли и так далее. На наш взгляд, такие мероприятия полностью окупаются даже в процессе их проведения, говоря о долгосрочных трендах развития туристической отрасли. Ну, а для меня самое главное даже не это, а то, что город преображается, как правильно вы сказали, становится более добрым, открытым к людям. В этом городе хочется гулять, жить, наслаждаться общественным светом. Так что это наша общая с вами задача. Я еще раз хотел всех вас поблагодарить. Я считаю, что такой фестиваль можно сделать традиционным. И мне бы хотелось, чтобы эти наработки уникальные, которые вы создаете, все-таки оставались в городе, оставались частью ландшафта города. И мне кажется, на следующий фестиваль надо подумать так, чтобы создавать такие ландшафтные дизайн-проекты, которые бы просто можно было оставить на год, на два, на три, так как речь идет о многолетниках, чтобы они не исчезали из города, а наоборот оставались его украшениями.